Значит, вот если вспомнить это соотношение, значит, у нас будет вот этот второй член пойдет с плюсом после перемножения всех мнимых единиц. Да. Какое-то время это мнение. Ну вот первый член после перемножения мнимых единиц пойдет с минусом. Получили аналитическое выражение для двухчастичной функции Грина невзаимодействующих частиц. Ну и давайте теперь представим это графически. Значит, нулевой функции Грина, функции Грина, двухчастичной функции Грина для невзаимодействующих частиц альфа, бета, два вклада, и мы их изображаем, соответственно, графически. Значит, вот эту функцию Грина рисуем. x1 альфа включается в x3 гамма, x2 бета, x4 дельта. Не вычитается. Ну давайте точки расставим в том же порядке. x1 альфа, x3 гамма, x2 бета, x4 дельта. Ну тогда, значит, нам надо нарисовать так. Ну, можно изобразить на двумя параллельными линиями, но тогда поменять расположение верхней точки. То есть, теперь посмотрим поправку первого порядка по теории возмущения. Давайте напишем поправку первого порядка. Так. Ну вот добавка первого порядка, так я его условно напишу. Двухчастичная функция Грина. Так, значит, она средняя по основному состоянию, 4 этих оператора выписаны. И первый член разложения с матрицы. Первый член разложения, значит, минус и, интеграл от минус до плюс бесконечности. Это 5. Здесь меридиан взаимодействия 5. Ну и надо брать связанные диаграммы, привязанные к одной точке. Давайте для меридиана взаимодействия возьмем, как и раньше, меридиан двухчастичного взаимодействия. Подставляем гамильтониан двухчастичного взаимодействия электронов. Значит, это в результате нам даст 4х5, 4х6. Потенциал взаимодействия между точками
цветочек. И надо написать оперативы, относящиеся к межзвеньевому взаимодействию. Смотрите, вот так. Давайте не будем в подробности расписывать вот этот восьмерной член, а давайте действовать по-другому. Вот когда мы добавили первую степень по взаимодействию, это значит, нам надо вот нашей исходной диаграммы нулевого порядка усложнить одной линией взаимодействия, придумать всевозможные варианты, как усложнить диаграммы первого порядка одной линии взаимодействия. Вот я поэтому это выражение стираю и буду рисовать картинки, на которых я буду в те диаграммы усложнять одной линии взаимодействия. Ну, давайте начну вот с этих двух краев. Я не буду писать спиновые индексы, чтобы меньше было писать. Вот x1, x3, x2, x4. Как я могу усложнить одной линии? Ну давайте, вот на верхней линии я вот нарисую вот такое головастико. Здесь у меня будет координата появится x5, здесь координата x6. Но будет топологически эквивалентная диаграмма, я ее не пишу, не рисую, она точно такая, я просто обозначаю топологически эквивалентная, которая отличается только тем, что x5 и x6 поменяются местами. То есть фактически вот эти две диаграммы будут одинаковые. Отличаются они тем, что обозначение внутренних точек изменены. А поэтому, поскольку мы можем всегда под знаком интегрирования переменные поменять местами, как я обозначил, то это фактически вот эта диаграмма пойдет с коэффициентом 2. Посмотрите, там в исходном выражении 1/2 от гамильтониана возникает. Так вот это 1/2 от гамильтониана двойным вкладом она уничтожается. Дальше, давайте пойдем опять. Верхнюю линию можно усложнить так. x1, x5, x6. Естественно, я пишу плюс топологически эквивалентная замена x5 на x6. Тоже можно поменять внутренние точки местами. Усложняем в нижнюю линию. Ребята, давайте тоже можем не ставить обозначение координат, потому что ясно. Можете ставить, можете не ставить, не ставить обозначение координат. У каждой из них это топологически эквивалентные. То есть, вот значит мы провели усложнение вот этой первой диаграммы верхней и нижней линии. Ну, всего, так сказать, с учетом топологически эквивалентной возникает 8 диаграмм.
Теперь начинаем делать точно такую же процедуру с вот этими крещенными. Ну ладно, прежде чем, как говорится, переходить к крещенным, скажем, нет, ясно, что... Вот мы в первом порядке усложнили эту диаграмму. Так. Ясно, что в следующих порядках теории возмущения мы бы могли рисовать, скажем, на линии, на нижней, скажем, еще вот такую диаграмму. То есть ясно, что вот эти диаграммы, нижние, верхние линии, в бесконечном порядке теорию возмущения, усложняя собственно энергетическими ставками, мы эти диаграммы чему привели? Мы привели к тому, что вот эти нулевые функции Грина за счет следующих порядков теории возмущения у нас превратились бы в полные функции Грина. То есть вот это, вот эти две тонкие функции Грина, в конечном счете должны, вот так в полной заводе, превратиться в функции, две одночастичные функции Грина, уже взаимодействующих частиц, полные, с учетом всех взаимодействий во всех порядках своего допущения. Ну, теперь поглядим на вторую диаграмму, которая идет с минусом. Ну, точно так же начинается. Вот, скажем, эта диаграмма. Скажем, на нее головастик навесен. Плюс стала топологически эквивалентная заменой x5 на x6. Плюс, значит, на этой линии навесен не головастик, а вот это самое. Такие же усложнения начинаем проводить вот на этой линии, которые я рисую, так сказать, с перекидным мостиком, чтобы отметить, что она не пересекается и связана с этим взаимодействием. Так. На этой линии можно добавить и устрицу. Опять-таки ясно, какова судьба вот этих всех исходных линий. Опять-таки, усложняя отдельности вот эти все линии в бесконечном порядке теории возмущения, мы пойдем к тому, что у нас в конечном счете все это приведется к замене следующего типа. У нас возникнет две полные функции Грина, взаимодействующих частиц. Распространение на частичные функции
появляется диаграмма вот такого типа. Значит, х1, х2, х3, х4, х5, х6. Так, плюс топологически эквивалентная диаграмма, связанная с заменой х5, х6. Ну, давайте вот этот комплекс диаграмм назовем диаграммами типа А, условно. И следующий, значит, вариант. Какая точка с какой точкой соединена на одной диаграмме,
какая точка с какой соединена на другой диаграмме. Давайте на диаграмме типа А. Значит, x1 соединяется с x5. Вот такое спаривание. Х2 соединяется с х6. Значит, вот такой путь спаривания. Так, дальше. Х3 соединяется с х5. И х4 на графике у нас соединяется с х6. Вот один вариант отличающий диаграммы типа А. Плюс. Напишем сейчас, как провести спаривание для диаграммы типа П. Смотрим опять-таки на точки, которые мы расставили координаты на диаграмму и видим, так, что x1 теперь у нас связано там с чем у меня было с x6. Значит, вот я рисую примерно так, изображаю путь перестановки. Так, x2 замкнулось на x5. Так. Дальше. Х3, так, х5 связаны. Так, что еще у меня осталось? Ага, вот х4 и х6. Вот я наметил, что надо поставить рядышком, так, чтобы крещенный стоял сзади, чтобы у нас под функцией были надо частичные. Ну и надо, значит, заниматься перестановкой. Значит, ну, предположим, 5, x5. Ну, значит, 2, 2, не считаем. То есть надо вот заниматься переставлять здесь оператор и считать перестановки. Напишешь среднее вот по парных произведения, потом их переведешь. Функция Грина. Ответ выглядит так. Я сразу напишу выражение под интегралом. Когда всегда вот такое спаривание проведешь, то поправки первого порядка по диаграмме типа А и В функции Грина, но частичные, будут выглядеть так. Пишу, значит, поправка первого порядка. Двухчастичной функции Грина. Г. Частичная. Так, вот здесь условно пишу только диаграммы типа А и В. Значит, гамма Б, гамма Д. А результат будет выглядеть так. И Г4, Х5, Г4, Х6, В, Х5, Х6. Так, ну теперь пишем другую функцию Грина. G0, альфа, гамма, Z, x1, минус x5, G0, гамма, 5, гамма, x5, x3, G0, минус
Поэтому все, что относится к усложнению второй
муки вкладов, когда концевые точки внешние поменялись местами, ну, немножечко надо вот сделать, вот, вот, повторить все вот эти диаграммы. Вот x1, x4, x2, x3, плюс x1, x4, x2, x3, в общем, когда мы порисовали такие немножко рисунки, можно сказать про принципе сформулировать общее правило для записи поправок двух частичных функций Грина. Значит, прежде всего, единичные электронные линии сопоставляются и же. Ну, там, значит, x, там, x, f, 5. Нулевая функция границы x1, x5. Второе. Волнистые линии, которые соединяют какие-то точки, допустим, x5, x6, сопоставляются минус и f, x5, то есть значит, перед всем результатом ставится общий множитель минус единица, общий множитель, раз, и наконец последнее, четвертое. Если диаграмма в результате связанной x1 с x4, а x2 с x3, это вот все, что обозначается вот отсюда, от диаграммы такого типа, еще дополнительный множитель. Собственно, энергетических ставок и усложнений, то двухчастичная функция Грина в итоге должна представиться в таком виде. Значит, полное, значит, же, как уравнение для функции Грина второго порядка, как-то, ну, можно ее, даже не знаю, как обозначить, эту функцию Грина второго порядка, какой-нибудь знак. Она ведется к тому, что будет у вас вот две такие линии, x1, x3, x2, x4, минус диаграмма. x1, x4, то есть
плавно связанная полными функциями галины 2,4. Плюс вот такая вещь, полная функция галина, полная функция галина. Подходит к некому блоку и выходит полная функция галина. Значит, x1, x3, x2, x4. Плюс, значит, уже не надо минус рисовать. x1, x4, x2, x3. А вот этот квадратик, который я рисовал, это вершинная часть двух частичной функции галина. Ей подсоединяется концы, и она начинается с того, что это значит. Это вот такая диаграмма плюс. То есть первый вклад в историю теории возмещения. Такой полный квадратик, вершинная часть, значит, это вот. Ну а дальше накручивайте в следующих порядках, что угодно. И так далее, и так далее. И тогда, в общем, получается фактически бесконечной последовательность диаграмм. Ну, оказывается, что когда рассматриваешь какие-то конкретные физические эффекты, надо выделить здесь какие-то диаграммы, определяющие, обладающие общностью. Вот, например, вот диаграмма вот такая, вот такая, дальше. Такие диаграммы называются лестничными. Бесконечная последовательность лестничных диаграмм, если отсуммировать, они оказываются при некоторых взаимодействиях расходящимися, они приводят к указанию на переход системы электронов сверхпроводящего состояния. Все, ребята, на этом значит. Про функции время причинной при нулевой температуре. Все. Ну, сейчас мы приступим ко второй части нашего курса, которая называется часть 2. Диаграммная техника при конечных температурах. Диаграммная техника при конечных температурах. Конечно, все физические эффекты, они измеряются при конечных температурах, и на нуль температур только результаты низкотемпературных измерений экстраполируются. Фактически всякие фазовые переходы, они, конечно, происходят, наблюдаются на эксперименте при конечной температуре. Ну и поскольку задача теории описать явление при конечных температурах, то надо как-то строить функции Грина, в которых была бы зависимость от температуры. Ну, вначале я вам рассказывал про опережающие и запаздывающие двухвременные функции Грина, которые зависели от температуры. Я вам иллюстрировал, там, как применяется расчет температурных эффектов. Первоволновение.
то, что я до сих пор рассказывал, там никакой зависимости от температуры не было, и шла только о нулевой температуре, надо переходить на конечную температуру. Поэтому давайте назовем первый параграф. Температурные, мацубаровские, мацубаровские функции Грина. Ну, обычно говорят, короче, даже мацубаровские функции Грина, ясно, что обычно такие температурные функции. Температурные мацубаровские функции Грина. Я напомню, что когда мы рассматривали нуль температур, то мы усредняли причинную функцию Грину по основному состоянию, там, значит, какой-то шел набор операторов Х. Исходно они брали в гейзенбергском представлении, потом мы переходили к представлению взаимодействия. В ходе этого перехода у нас возникало по ходу перехода вот такая S-матрица минус первой степени оператор, так сказать, T оператор C представление взаимодействия. При в ходе всех наших рассуждений был очень важный такой переход. Вот это значит, если эта функция основного состояния, то действие на нее S-матрицы приводило к тому, что у нас возникало S среднее в минус первой степени и сохранялось та же самое основное состояние. Это переход, вот этот очень важный переход, был основан на теореме об адиабатическом включении взаимодействия, которая гласила, что когда вы прикладываете адиабатически медленное возбуждение к невырожденному основному состоянию, то система остается в том же невырожденном основном состоянии. Но казалось бы, теперь давайте обобщим вот эти причинные функции Грина на конечной температуре. Ну тогда можно бы, казалось бы, взять такую штуку, ввести усреднение не только по основному состоянию, а ввести усреднение с матрицей плотности шку, Е, минус омега, минус H, минус Rn на T. Значит, это фактически надо брать с разными весами гиббсовскими, с разными весами гиббсовскими, среднее и по основному состоянию, и по возбужденным состояниям системы. То есть заменить. При температуре абсолютного нуля остается только основное состояние здесь, а по конечной температуре надо учитывать все возбужденные состояния системы, как бы относительный статистический вес этих состояний при различной температуре и так далее. Пока мы работали с основным состоянием, могли вот использовать такую процедуру с действием S-матрицы, у нас к чему это приводило? У нас приводилось к тому, что удавалось свести дело вот к такому выражению. S-матрица в знаменателе. S-матрица в знаменателе. Строить диаграммную технику, сокращать несвязанные диаграммы, и получалось, значит, сколько несвязанных диаграмм. Оказывается, что если мы начнем работать
внутриречных температурах, начнем рассматривать действия S-матрицы на возбужденное состояние, там возникает перепутывание всевозможных различных возбужденных состояний с одинаковой энергией. В результате не удается вот выделить таким образом S-среднее. Получается, приходится строить диаграммную технику фактически вот для такого выражения. Вот для такого выражения для данной конечности. Все оказалось настолько громоздким и непробиваемым, что от этого пути построения пришлось отказаться. Ну и, слава Богу, в некий момент Мацубава придумал технику, придумал некие функции Грина, для которых можно построить простую диаграммную технику, так же, как для функции Грина при любой температуре. Ну, эти мацубавовские функции Грина позволяют вычислять термодинамические характеристики микроскопической системы при конечной температуре. Начинается построение всей мацубавовской диаграммной техники, введение еще одного представления для императора. Мы знаем представление Шрёдингера. Мы знаем гейзенбергское представление, мы знаем представление взаимодействия. Так вот, есть еще четвертое представление, мацубавовское. Давайте, значит, дадим определение. Мацубавовское представление оператора уничтожения электрона со спиновым индексом альфа, находящегося точки R, чисто пространственная координата. Оно получается так. Берем оператор Шрёдингера, не зависящий от времени. Уничтожение электрона с точки R и зажимаем его в таких вкладках. E-H-1. Ну, это я пишу для сохраняющегося числа частиц, вот это, значит, Е, Тау, А. Что такое Тау потом? И мацубавовское представление для пиратого рождения. Мы будем его рисовать так, черта и волнистая линия. Альфа. То есть E здесь стоит оператор рождения электрона. Ну, если вспомнить гейзенбергское представление, чем вот скажем оператор. От времени t и m, это оно пишется так, e, i, h, минус m, m, t. Ну, сравним просто вот это вот выражение. Оператор мацубавовского представления, оператор Шрёдингерского представления. Мы видим, что переход к мацубавовскому представлению возникает из Шрёдингерского, если мы и от t заменим на тау, или, просто говоря, тау заменим на i.
Ну, поэтому иногда так говорят, что это мацубаровское представление, представление для мнимого времени. Давайте сейчас примем как постулат. Переменная Т у нас менялась в пределах вот, времени от минус до плюс бесконечности. Давайте примем сейчас, что переменная Т меняется в пределах просто от единицы до обратной температуры. Из термодинамической теории возмущения, значит, когда работаешь, считаешь шкуру, считая статистическую сумму, где нет никаких временных переменных, но есть там, скажем, стоит энергия при константе 8 на равной единице, да, как правило, показатель экспонента стоит это какую-то энергию. Вот отсюда, значит, и такое ограничение на того времени. Значит, я определил мацубаровское представление, давайте теперь определю мацубаровскую функцию Грина для электронов. G, альфа, b. Мацубаровская функция Грина для частиц. Давайте. Для любых частиц. Масса или электронов М1, Тау1, М2, Тау2 определяется таким образом, как минус среднее. Что такое среднее сейчас? Поясню. По хронологически упорядоченному параметру Тау берется оператор рождения в мацубаровском представлении, берется оператор уничтожения в мацубаровском представлении. Вот таких надо взять средние. Значит, оператор упорядочивается по переменной тау. А вот это среднее, это значит, подразумевается взять надо шпур. Я работаю все время в системе единиц. Как часто делает константа Больцмана единицы, здесь, конечно, должна быть константа Больцмана, но я ее не пишу. Так, значит, вот Т2, если Т1 больше, чем Т2,
Вот эти операторы по знакам хронологического произведения остаются стоять так, как вот они сейчас записаны. А если Тау-2, вот это переменная больше, то тогда их надо переставить в обратном порядке. И при этом, если эти частицы являются фермионами, у них при перестановке меняется знак. Значит, если это частицы фермионами. Если частицы являются бозонами, скажем, условно, диаграммную геометрию каких-то бозонов массы, то тогда будет это знак плюс. Знак плюс относит к этой одной частице. Вот, значит, как определяется Мазубавовская одночастичная функция Грина для фермийских или бозонских частиц с массой. Ну, я напомню, что мы еще рассматривали функцию Грина фанонов. Фаноны – это возбуждение безмассовое, число частиц не сохраняющиеся. Тогда, значит, введем определение мазубавовской функции Грина для фанонов. Мацубавовская функция Грина для фанонов определяется так. R1, R2, Tau2. Так. Значит, это есть минус хронологическое упорядочение двух операторов фанонного поля. Взятый в двух точках R1, R2 и R2, R2. То есть это есть минус шпур R минус H на T. Гамильтониан, описывающий фанонную систему. Так как число фанонов в системе не сохраняется при изменении температуры, то вот этот оператор числа частиц, фиксированный мю, отличный материал фанонов, не существует. У них химпотенциал мю. Вот. Ну и что такое, значит, так, фанон, забыл написать, ТМ здесь. Оператор фанонного поля в Шрёдингерском представлении Е минус Тау. Ну и поскольку операторы фанонного поля, они по своим коммутационным свойствам являются бозовскими операторами, то для них определение хронологического упорядочения Тау-1, Тау-2,
один, если два. То есть, поскольку они одинаковые с бозовскими коммутационными соотношениями, то отремение их местами знак не меняется. Ну, значит, я ввел определение одночастичной функции Галина, я ввел определение фанонной функции Галина, ну и для полноты картины могу еще привести определение двухчастичной функции Галина в Мацуганской диагонали. Это такое давайте я напишу 1, 2, 3, 4, где, скажем, точка 1 подразумевает у себя L1, L1. Так это есть двухчастичная функция Грина, термодинамическое среднее, отопорядоченное по переменным тау, альфа-1, альфа-2, и два оператора разделения.
То есть я провел по изучению перененных галов. Теперь расписываем в явном виде это термодинамическое среднее. И в явном виде мацуканские представления. Значит, это матрица плотности. Так, мацубановское представление первого оператора. Дальше мацубановское представление второго оператора. Тау 1 H минус mu n и альфа R1 E минус Тау 1. Давайте, ребята, чтобы немножко покороче писать, я вот введу такое обозначение H минус mu n. Там я буду обозначать такой буквой H. Это не знак производный. Введу такое обозначение и начинаю делать дальше. Эта величина, это термодинамический потенциал, это показатель экспонента. Из-под знака шкура по квантовым элементам можно вынести. Знак шкура. Так, значит, остается шкур Е. Вот эти две экспоненты коммутируют, потому что в них стоит показатель один уже оператор. Значит, мы вот эту экспоненту перестанем вперед. Дальше, что мы можем сделать? Дальше, под знаком шкура известно разрешается циклическая перестановка оператора. Значит, когда мы вот эту экспоненту перекоммутируем сюда, она окажется здесь. И тогда мы с помощью циклической перестановки мы ее перетащим вот сюда в космос, в вирусы. В результате у нас что получится? Е, омега n, у, Е, минус H, 3, Т. Так, Пси. Так.
Так, значит, спереди я ничего не потерял. Так. Ладно, ТАУ-2, а что их? То есть фактически, видите, здесь возникла только разность. Так. Ну давайте сделаем вот еще что. Давайте разность ТАУ-1 минус Т2 обозначим через ТАУ. Тогда у нас это будет где? Омега шпур Е минус H3T C плюс бета L2. Минус тау один минус тау два аж три.
Что делаем? Опять. Вторую экспоненту перекоммутируем сюда. Поскольку в экспонентах стоят одинаковые операторы. Затем вот этот штрих этого места с помощью циклической перестановки переносим в мост. В результате у нас получается минус Е омега Т штурм. Можно ли так делать? Давайте сделаем попроще. Циклическую перестановку сделаю в другом направлении. Давайте. По циклической перестановке вот сюда перетащу. Я передвину, значит, вот это Тау2H' вот до этой экспоненты. В результате получится минус Е омега Т штурм Е минус H' Т Е Тау-1 минус Тау-2H' Теперь давайте устроим длинную карусель. Вот эти два оператора с помощью циклической перестановки перегоним в хвост. Так. Минус Е, минус омега Т, штурм Е, минус Тау-H'. Быть в положительной области, которая дает радость.
Давайте сделаем такую замену вот в этом выражении. Давайте вот в этом моем выражении я сделаю такую замену. Тау, стоящий здесь, заменю на тау плюс единица на t. Напомню, что у нас и переменная и тау 1, и тау 2 выбивается в интервале единица на t. Поэтому переменная тау, как раз на t1 минус t2, лежит в интервале единица на t до минус единица на t. Значит, отсюда следует, что тау плюс единица на t, оно больше нуля. Это вот эта временная переменная, она у нас в положительной области. Поэтому вот в этом положении мы можем считать тау заменить на тау плюс единица на t больше нуля. Заменить на эту величину. В результате смотрим, что у нас получится. G альфа бета R1 R2 для тау плюс единица на t. Это переменная большая, да? Подставляем наше явное вот это выражение. Здесь теперь следующий вид. Минус E омега t шпунь E минус единица на t плюс тау h штрих пси плюс бета r2 E тау h штрих пси альфа r1. Вот что у нас получилось после такой подстановки. Так, есть еще R1. Вот после такой подстановки у нас получилось такой штрих. Оператором Гозовским
Все, ты выиграл.